В Венской штаб-квартире ООН презентовали проект «Атом». Участвовали в этой встрече ведущие эксперты в сфере нераспространения и разоружения, а также дипломаты, журналисты, представители международных и неправительственных организаций. Напомним, проект «Атом» стартовал по инициативе президента Нурсултана Назарбаева 29 августа прошлого года. Это международная кампания, разработанная ради того, чтобы обеспечить общественность доступной информацией об угрозах и последствиях испытаний ядерного оружия. Под петицией проекта «Атом» уже подписались жители более 100 стран. На Венском форуме вновь звучал призыв к решительным действиям для достижения мира без ядерного оружия. Здесь же прошла выставка работ художника Карибека Куюкова «В поисках мира». Художник Карибек Куюков, пострадав от ядерных испытаний, знакомит людей со своей историей через изобразительное искусство, чтобы предостеречь мир от угрозы ядерного оружия. Он воплощает смелые инициативы президента Нурсултана Назарбаева, который принял решение отказаться от испытания ядерного оружия на территории Казахстана.